В самом центре России, в одном из важнейших молочных регионов страны, Воронежской области, были объединены современные технологии Arla Foods и возможности крупного российского молочного холдинга «Молвест». Совместное производство открылось на базе сыродельного завода «Калачеевский» в 2014 году. Чтобы удовлетворить амбиции нового предприятия по количеству и качеству молока, компания «Молвест» увеличила поголовье коров до 9000. В результате в «Калач» сегодня поступает до 200 тонн первоклассного молока в день. Из них 80 тонн собственной фермы. «Молвест» отвечает за сбор и доставку молока, а также за производство желтого сыра по технологии «Арла». Контролем производства, дистрибьюции и маркетингом занимается компания «Arla Foods». Все молоко, которое поступает на завод, подлежит обязательному тестированию в производственной лаборатории перед запуском в переработку. Первым шагом к успеху стала полная реновация сырзавода «Калачеевский». Мы должны были выработать продукт, который по своим качественным характеристикам и не уступает тому сыру, который поступал на экспорт из Дании. Для выпуска такого продукта, конечно же, производство претерпело глобальные изменения. Первый этап – это полная реконструкция производственных помещений завода, и второй этап – это полная замена оборудования, которое раньше использовалось здесь для производства сыров, и установка, инсталляция нового технологического оборудования. Для работы с новым высокотехнологичным оборудованием необходим современный подход. Поэтому самые перспективные сотрудники прошли обучение искусству производства сыра на заводе Arla Foods Norvium. В Калаче постоянно работает небольшая группа специалистов из Дании. Каждый день они делятся своими знаниями и уникальным опытом с российскими коллегами. Калачеевский сыр Arla Natura соответствует высшим стандартам европейского качества. Этого результата удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию сторон на всех этапах создания нового производства. Мощность нового производства на сегодняшний день до 8000 тонн сыра в год. Вся продукция выпускается под известным на российском рынке брендом Arla Natura. Русское слово «натура» хорошо отражает коммуникационную стратегию Arla – натуральный продукт, полезное удовольствие. Поставка сыра Arla Natura, произведенного в Воронежской области, осуществляется по всей России. После строительства нового терминала для приема молока, которое закончится уже в 2015 году, объем выпускаемого желтого сыра будет увеличен до 10 тысяч тонн в год. This factory was a very old factory, and if you see how it looks now, the building is looks much more beautiful, and all the equipment. That is the biggest surprise for all the people, how it looks before and how it looks now.